Оксана, как у вас впечатление от утра? Вы что, не видели никогда Рицу, девушки? Это Рица, да? Как будто бы и не видели. Детский сад. Красивый такой, прямо. Прямо оленята. С таким-то видом. Держите, попробуйте, давайте. Смотрите, чесночный, это сухарь. Полина, а ты что молчишь? Да еще ничего. Ко мне придет. Сатьяна без еды приперлась. И стоит. Воду там. Как обычно. Полинка в прошлый раз приходил ко мне. Потерпи, потерпи, это понадобится. И в этот раз у нее сережка. Да, непростая эта переправа, девочки. Дальше, надеюсь, будет не так. Я внимательно слежу за ходом движения вот этой абхазской жены. Бодро, бодро иду, видишь? Вижу. Я с тобой. Я тебя не брошу. Натаха, а ты что стоишь? Не бежишь. Машу, я не могу Полинка первая. Я всех обогнала, и я первая иду. Просто я тебе снег не интересен. Мы нашли черный тюльпан. Надо очень аккуратно подобраться к нему. Он уже жухлый, но он черный. Что у тебя руки трясутся, Юля? Почему? Не ела же. Так, девочки, дайте свои запасы. Пусть человеку руки не трясутся. Я не установила просто ноги. Думаю, через снег красиво идет. Нет, надо плохо. Там, по-моему, не... Как девочки? Да. Начал ездить. Сколько вот. Знаешь,
уже мое место заняла. Ты знаешь, что я не очень люблю всяких кошечек и собачек на своих местах. Полиночка, берите ваш пирожок. Ой, с удовольствием, Евгения. А это чей лежит, Полина? Ой. Если это так же вкусно, как пирожки, то просто... Или мы голодные. У Оксаны есть уха? Это уха. У тебя есть уха? Да, у Оксаны нет. Оксана, у тебя есть уха? Но ведь рыбка, картошка. Что, матросы? Все готовы? Всегда готовы. Да, капитан. Так, точно, капитан. Тронитесь, потом можете вперед. Так вы сами должны вставать. Спасибо. И обувь белая не нужна. И купальники не нужны. И танцы прилагаются. У себя? День блогера. Сегодня день блогер? Да. Шишечка похожа на магнолию. Это надо Юльку спрашивать. Кто это? Не знаю. Но выглядит интересно. Очень. Это раскроется интересно, и что будет? Это явно еще что-то незрелое. Выхухоль лает, собак нет. А где это ты была? Я прораб, я уезжаю. Куда? Приморская. Куда ты уже? Приморская. Ну на, держи. Передачка. Там 100 рублей лежит. Давай. Вот. Хороший торговый. Что за вот это, не знаешь? Вон там растет. Это же тюльпановое дерево, шишка ее. Тюльпановое дерево? Это которое... Это что за тюльпановое дерево? Вижу, вижу, но это не суланжа.
75-й год, где-то я смотрел. Либо в хуй, либо в ножу написано. Это я не видел такое. Оно сгугли меня. Тут еще сбоку где-то надписи какие-то. Вот здесь что? Вот, смотри, держи. Держи, вот. Вот написано. Какая-то рекорд. А это непонятно, какой-то рекорд. Здесь тоже написано что-то. То же самое написано. Вот, 75-й год. Интересно. С нас малыш. Забиваю. На латунь жалко его сделать. Не, вот здесь, видишь, подпаивали, видно, что развалилось, видимо. Да, такие вещи попадаются, когда берут. Мне сейчас нужно будет загрузить торцовку. Загружен. А, уже положил? А машина уже тоже здесь? И машина здесь уже? Машина везде. Так поедешь, что ли? Нет, я, конечно, оденусь на сегодня. Прохладно до такой степени, что захотелось это делать. Так, сегодня в программе. Ой, ничего себе, значка. Вот это-то делать надо, чуть-чуть побрызгать. И хочу уже добраться до штор, наконец-то решить, что делать с ними. Мы, честно говоря, уже привыкли, нам и так нормально. Но все-таки картинка должна быть совсем другой. Случилось то, чего я так боялась. Разбили одно стекло на двери. Чтобы вы понимали, эти стекла очень старые. И точно таких же уже нет. Просто нет. Просто нет. Не существует. Если только искать где-то по старым, опять же, дверям. Но я сильно сомневаюсь. Очень я расстроена. Менять я стекла в двери не хочу. Достали. Птички достали. А меня нет. С утра, с 4 утра начинается. Да. Лучше птички, чем соседи. Лучше птички. А что за синенькое такое безумие? Красивая такая крышка. Ага. У меня тут такой кадр. Мужчина нам делает кофе. Пока в интернете спорят, кто должен платить в кафе, нам на Кавказе варят кофе. Помощь. Видишь, у меня фирменная сумка. Помощническая. А, там у тебя все для того, чтобы сшить мне шторы? Да. Давай, знаешь, как сделаем? Вообще ее здесь сколько? Ой, ее тут много. 3 метра, что ли? 3 метра. Думаешь, не хватит? Нет, а ширина какая у нее? 1.5. Мне кажется, она такая же, как штора. Значит, длина нам нужна вот такая. Значит, уровень будет вот здесь. Ну, в принципе, мне и нравится так. И вот так, через ленту. Очень красиво будет. Я сниму одну, перевешу крючки, повешу ее, посмотрим. Ну, чтобы затемнение было, иначе. Да, а низ будет у всех одинаковый. Давай сначала одни сошьем. Одну. Так, нет, давай я повешу сейчас еще одну. И тогда можно будет прикинуть. А у тебя есть еще крючки? Да. Ну, давай не снимай, а просто повесь. А там не хватит колечек. То есть сюда серая по-любому нужна, должна, да, быть, нужна. Потому что отсюда тоже будет солнце. Да. Наташа сделает мастер-класс. Да. Из меня, как это, домоводица никакая.
Какие короткие шторы, сделай длинные. Я могу придумать, какие шторы надо. А вот сделайте кто-нибудь, пожалуйста. Да. Если сделаю, остальные сделаю вот, смотри, как. Ну и подожди, я сейчас научусь, тоже буду делать правильно. Просто я не могу большую температуру поставить на этой ткани. Она будет вот так делаться. Ага. Видишь, поэтому я ставлю прям чуть-чуть, чтобы мне было понятно. Нет, я не знала о тебе таких фактов. Да. Оказывается, профессиональная швея. Конечно. Ну, когда мне надо, я все равно же. А сейчас я бы тоже шила, но у меня нет этого шить. Мне надо прям отдельный кабинет, чтобы, знаешь, там, чтобы все было по полочкам, ткани, нитки. Мне, короче, нужно организованное пространство. Ты уже что-то посажала? Это не я. Просто мы ее не можем, ну, никак закрыть. Да. Это вот очень толсто, если мы вот так вот еще сделаем. Да. Представляете, здесь толщина какая-то. Да. Это более тонкое, мы можем отрезать. У нас, короче, стык должен быть вот здесь. Угу. Вот так вот. Да? Чтобы вот длину соблюсти. Середина, да, чтобы длину. Вот так середина тесьмы. Она пойдет вот так. То есть тесьма, ты она... Ты настрачивать ее здесь и здесь. То есть тесьма чисто декоративная? Да, тесьма чисто декоративная. С этой стороны у нас они будут навстык. Вот этот срез у нас будет открытый по-любому, с ним ничего не случится. Магия, магия. Ответственный момент. Угу. Как мы соединяем тесьму и две ткани. Здесь важно, чтобы не было, знаешь, натяга, потому что если тесьму натянуть, то ткань будет, ну, сборить потом. Нормально? Отлично. Смотри, все чисто. Ну, подгибочка. Просто огонь. Вообще, конечно, бы это сейчас поутюжить сразу, чтобы она была ровно. Потому включить? Что под машинку, да, потому что под машинку все равно волна собирается. Ну вот. Что, теперь соединим? Двигаем чуть-чуть туда. И соединяем. Наоборот, Наташ. Ага. Вот так. Впритык. А потом мы вот это вот загнем. Отрежем сколько нам надо. Вот так загнем и сделаем вот так строчку. Угу. Ой. Женя. Ну, конечно, мне нужно одеть как следует. Ну, это красота, да. Слушай, ну хорошо. Да? Слушай, конечно, сегодня вот так вот. Такой шедевр у нас получился. Великолепно. Да. Мне очень нравится. Да, мне тоже. Ну-ка. Ну, молодцы, что мы класс. Здесь все закрыли. Здесь ниточку да, надо да. Будет отрезать. Ну, видно было бы, да? Если... Ну, конечно. Ну, ты бы сама чувствовала некомфортно. Классно. Да, идеальная вот ширина. Ну, вот ширина, вот, да, пропорция хорошая. Пропорция идеальная. Если бы было выше, было бы уже не так. Ниже тоже. Ниже не тоже, а вот прям идеально. Так, 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 так. У меня готова столешница. Я намыла полы, и я хочу стол. А где мое основание? Не понял. А что, оно в сарай, что ли, тащи? Блин. Это основание для стола. И, судя по всему, оно алюминиевое. Я пока не придумала, как его почистить так, чтобы оно было чистое. Прям фонтан. Пройти. А то у меня не получится.
Про лестницу думаешь? Что, нет? Так бочком, бочком. Не помещается. Паша, пойду через... А, надо вот так, значит. Подожди. Нет, одна у нас. Чё ты так угораешь, люди едут медленно, ну и что? Кстати, вчера я сшила вторую штору, и, видимо, как специально для тех, кто писал, что шторы должны быть в пол, у меня получилось так. Я ее примерила до того, как с обратной стороны пришить ленту. Ну, очевидно, что мне придется что-то переделать, либо эту, либо сделать третий вариант. Это окружает, подожди. Не, он просто сырой. Я мыла окна. Так. Это шваброчка по времени. Эта шваброчка идет. Ванна? Это швабра в ванну. Видишь, понятно. Мягкая. Там уже надо это делать, иначе заплесневеет. Ну, в смысле, будешь застаиваться вот это нехорошо. Не заплесневеет, конечно. Пока вентиляцию не сделал, это такое дело. Надо маслом покрыть эту ручку, будет красиво. Слишком нет. Если навеса у вас хватает, подожди.
Подожди, а ты наоборот. Раз, два, три, четыре. Вот так надо. Ты же? Сейчас мы посмотрим, как будет. Далеко туда уходит? Ого, ого, под самое... Слушай, это пронесли сюда. Не-не-не, это пронесли в ту комнату. Но это я убрал давно. Ты сказал, убери ее. Ну, значит, да, вот она. Да. Да, она из той комнаты. Да, я ослаблю. Разбери ее вообще. Ну, можешь по доскам смотреть, можешь... Окно туда двинуто, в общем-то, пустите. Подержи, я посмотрю отсюда. Так, там раз, два, три, четыре доски. Раз, два, три, четыре. Еще чуть-чуть вот так двинь, вот так. Ну-ка, дай рулетку, я поменяю сейчас. Плюс-минус. А где она? На окне. Ты зря там стоишь, мне надо оттуда смотреть. Ну, вроде ровно. Так, как есть. Ровно, но я сейчас буду... Чуть-чуть надо. Чуть-чуть внутрь. Еще капельку, вот так, все. Все, вот так. Даже по подоконнику вот оно видно. Теперь что? Может, ты поставишь экран, сама сделаешь? Потяни за веревку. Лестница на голову, да? Любой человек почему-то сомневается. В себе. Смотря в чем. Ну ты в себе уверенный? Уверен? Что? Я не уверен, что я за дом смогу зашикатурить. Тебе уверен?